Женщина, не танцую, женщина, я не танцую, никого я не рисую, не умею, не танцую. Федя, это что за танцы с бубном возле костра? А чего, я ничего. Так, разминаюсь. Только в раш ушел, хорошая, однако, песня. Но надо заниматься делами. Всем привет, друзья. Смотрю, Феде сегодня в ударе, не удержать его прям. Но настает время сделать очередную поделку. Привет, друзья! И снова я с вами. Федя, собери необходимый материал и привози сюда. Хорошо, хозяин. Так ты не туда поехал-то, Федя. С танцами совсем ориентир потерял. Хозяин принимает первую партию. Спасибо, Федя. Вовремя привез, пока может быть свободен. Итак, друзья, приступим. Комментировать не буду, просто смотрите. Федя, ты чего там притих? Я тут материал готовлю. Минуты покоя, беспомощно. Я все слышу. Все хорошо, хозяин, готовлю материал. Ну ладно, давай, готовь. Такой вот крадик у нас пока получается. Оп, Федя, молодец, привез. Все, спасибо, давай. Осталось покрасить. Федя, забери на покраску. Хорошо. Давай рули. Давай рули. Жесть.
женщина не танцую, женщина я не танцую. Хозяин, задирай. Ух, Федя, 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 ты куда? Неаккуратно ты какой. Федя, смотри, ты на краба чем-то похож. И чем это я похож на краба? Да такие же клешни, как у него. Все, ладно, давай, Федя. Отъезжай. А вот и я. Хозяин доверил сказать заключительное слово. Люди, человеки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Я поехал.